Друзья, приветствую на канале Boston Technic. Меня зовут Влад. Сегодня у нас на обзоре стеклоуборочный комбайн 2006 года выпуска. В отличном техническом состоянии, друзья. Наработка у него составляет 7000 моточасов. Полностью обслужен, полностью готов к работе, друзья. Купался он новым. Соответственно, использовался он в руках у одного хозяйства. Соответственно, и достойное состояние, поэтому он обслуженный, поэтому он и готов к работе. Потому что в руках был у одного хозяина. Здоровый такой, громадина, здоровяк. Ну ничего, сейчас я вам его со всех сторон попытаюсь максимально точно вам его показать. Резина отличная. Без намеков даже на негодность. Транспортеры в отличном состоянии. Пойдемте сюда, сейчас залезем. Вот такой здоровяк, друзья. Сейчас я вам еще покажу кабину его. Так, нужно туда только попасть. Такая вот у него, друзья, кабина. Отличный комбайн, друзья. Пишите нам, Boston Technic, звоните, приезжайте. Что-нибудь для вас обязательно подберем. С вами был канал Boston Technic, друзья. Меня зовут Влад. До скорых встреч.